Всем приветик. Пепушка. Свинка Пеппа. А ну повернись. Боже. Знаешь, как мадам Бавари, знаешь, такая. В поросячьем обличье. Это Светочка. Не надо менять. А, это ты Мэри Морти умный. Это на сцене вот так. А на сцене у него микрофон был света отключен. Хотя бы делал. Видели, что человек работает. Ему включили, а так он раз хрюкнул и ходит. Они не видят, они не слышат. Да нет, это свинья на сцене, понимаешь? Так, ты не Игорь, ты свинья. Одень рукавички. Это мы репетируем «Карлик нос». Уже четвертый спектакль у меня подряд за сегодня. Я забыл, а то я из-за тебя просплю. Подними Светина. В обморок упадет там. Давай, иди. Так, Леша, давай до свидания. Уже четвертый давай, спектакль. Да, давай, пока. Ладно, забирайте ключ, я захлопну. И правда, знаешь, как поросенок вот этот Леша в этом, да? Как это Фунтик. О, Фунтик, ты со мной согласен? Да. Конечно, да, конечно. Есть небольшой контраст с балетными. С балетными, да? Ну, они же тоже в таком пути. Ну, сказали, что будет другая рубашка, мне что это не понравилось рубашка. Другую дадут. Мы на такие красивые эти одеваюсь, сижу, колготки тут. Да, колготки. И что? Они короткие, то есть не полностью вот так вот. Тут ноги, тебе голову. Звонят, да что ты хочешь? И звонят, а он подбегает прямо к телефону и кричит. Вот так вот. Ну потому что ты сказал, что ты... Игорек секси написал. Бескомплексный, ты же сказал? И шо? Ну так и шо? Привет из ЭФИ. А кукол. Получается, что у тебя что комплексный. Значит, ты еще... Ну не комплекс, дело же не в том, а не в юм. А получается, что ты комплексный, как обед. Значит, что такое мурнет? Кто? Мурнет. Ну, кошка муркает. А кури... Куни... Ой, курими ренгум. Курими ренгум. Не знаешь? Так, кто там? Можно, да. Да. Мы одеваемся. А кто сегодня? А мы опять. Вы опять? Да. А... Савченко, Савченко да. Будет. Савченко, да? Ага. Будет. Да, только я не знаю, где он, тут или у себя. Спасибо. Мы на работе одеваемся, Саши, Карлик нос, репетиция. У меня уже два спектакля с утра было. Самвел, это мне. Вон Игорь, это как селедка без хлеба. Или Савченко, кто это одевает? Одевай же, есть колготки. Леша, привет. Здравствуйте. А что, глянь, такие носки у нас. Одеваешь вот так вот. Тут я крюгеры одев полосатые. Тут Игорек, покажи кубики пресса, пишут. Шарик пресса. Покажи теле его свои. Покажи. Okay. Викинес Аблантович. Скучаешь за шапиком? Да. О, боже. О, ванну. О, боцман. Тигр Борисович. Чтоб стер. Чтоб стер, оно сутки сохраняет. Как пошло? Оно в эфир уже. Да напрячь. Ще в труси сняв би, а потім сказав все, ну вже онлайн. Серйозно? Ну здрасте. Ну ти даєш. Як хабанеру пів в перископі, так нормально було. Там у нього кубик один на всю. Да. Привет. У мене кубик Рубик. Мужа спросила, хочеш мурнет, смотрит, не понимает. Я такого не понимаю, що это. А омлет? А кларнет? Троица, Никулин, Маргунов и Виц. Трое в лодке, не считая собаки. Шмоется. Шмоется. Глянь на себя, ой. Ну. Хвостиком помашили. Скажи, как ты меня называешь? Это карликовый пинчер, а то доберман пинчер. Давай пинчер. А какие особенности у нас? Значит, первый пинчер. Это карликовый. Карликовый, да. У него скал такой. Очень злобный, хвостик купирован, ага. Вот, склонен к ожирению. Ах ты свинятка. Ушки торчащие, маленькие. Доберман-пинчер, более такой, ну он тоже ручной, челюсть тяжелая. Слегка отвисшая. Слегка отвисшая. Ушки стоячие, хвостик вправлено. С хвостик вправлено, ну вправ хвостик.
Ой, правий хвостик. Треба достати хвостик. Достань, помаши хвостика мамі. Отак. Ігор, пішли воздушний поцілуй, люди. Кубик, ромбик. Що це? Це самбрелла. Самбрелла, шапка, да. Класно. Ти грай на пінь, Ігор, подержи отак, а я сьогодні. Як волшебного стрілка. Мама, да. Ну, ладно, а зачем мені? Ти не видно, показуєш? Я в чепчиках, по-нормальному, знаєш, там вийти. На штани впали, ти дожди. Ти дожди. Дурачка, правда. Ой, блин. Шляпа из этого есть. Сандела, у тебя больше проблем. Думал, что из этого и из... Повторяю. А що, погано пишуть? Супер пишуть. Ну то, що я увидел, я не хочу. То, що я увидел, супер написано. Ти молодець, що шпилиш, як Шпильман. Ти що? Отверни від мене, я буду футболку знімати. Отверни від мене! Ну смотри, що от це пишуть? Це от нехорошие діти таке пишуть. Піскай сыграй. Ну це нехорошо. Діти, учитесь культурі. Вот, хотя, Самвел, ты должен взять на себя это, потому что так как ты с ними, так и они с тобой. А ты должен нести культуру, все-таки поднимать уровень их. Я что, я играю. Бедные. Я играю ту сцену. А чё ж я бедный-то, если я богатый? Нам в Новосибирск на гастроли. Зевс кадре. Кадре. Там же люди разные. Спасибо. Вот это хорошо. Ой, конечно. Да, да. Бегины, сейчас мы будем играть. Грызть ты. Я нет? Вот здесь обрежу, вот здесь. Ты мне туда принесешь. Зато форма держится. Круто. Не, мне нравится, да, и нос большой мне нравится. Нет, мне нравится таким образом. Она, кра... да, он стильный нос, вот этот самый. Я тебе резину, давай. Все. Я все время они... Это твоя. Да, 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 да. Вот эти немножечко. Поем и танцуем. Обрезать видео. Монтировать, слухами, придумывать темы. Игорь наконец-то приобрел свое обличие настоящее. Один раз что-то там снялся, что-то сказал, я потом три дня не появляюсь. А он каждый день там, это жизнь. Да, это жизнь. Это очень утомительно. Нос похож на что-то другое, не знаю. Очень что похож, не знаю. Ну, этот человек должен еще любить. Я не понимаю. Тут... Да нет, на нос, что ты на лоб пятаешь. Где ты такую свинью бачишь? Это твое, у меня такого нет. Папье мое. Папье, а мы одеваем чешки. Хто тут Ігорю гадості писав? Мені сказали, ні? Що ж, одягайте сапоги, а хто там їх вже... Хто писав? А, це Бабєнка. Кого Ігорюк стидив, а? Ну, признавайтесь. Мені сказали, що сапожник, сапожник. Ігор, я вас уважаю, Самвел фамільярно себе ведет. Як це фамільярно? Я могу перший раз в сапогах. Як фамільярно? Да. Ну, знімаєш ті речі, які не повинні бути зняті. Ну, ти розумієш? Щоб не тут класно. Отписуйтесь. Наручте мені голову. Ти будь його. Так веду, так веду. Дома? Да. Ну, вообще, позапрошлый год, я такой классный поставил. Карпатскую яблочку за потолка. А в прошлый год я поставил вот эту. То, что не сосну, не на... Одет, как немец, да, на Октоберфесте. А в прошлом году это... Ой, такая вот это самая. Подтяжки, штаны, колодки. И эти. И шляпа. Шляпа это вообще. А зачем мне вот это все? Мне Фредди Крюгер. Не знаю, я прошу, могу все же. Так и. Так это твоё. Фредди Крюгер. Та где моё? Ну то горб мой, куда ж ты его? Делаю на рынке. Блин, капец, только пришёл домой, сколько времени, только вошёл в квартиру, зашёл в АТБ по дороге, купил там, короче, вот такую мирину покупаю. Крем-суп, ну это типа с моцареллой, ну такая брехня собачья, никакой-то моцареллы само собой нема. Потом купил вот такие сырочки, вот я их обожаю, вот эти сырочки.
Просто очень сильно люблю. Мне нравятся вот такие сырочки. Они внутри. Пересмешник. Еда богом едоноша делает. Внутри, куда лезешь? Внутри они вот такие вот пористые эти сырочки, видите? Вот чего тебе не спится. Где там спать, когда я только с театра? Сегодня 4 спектакля было, 4 прогона спектаклей. То есть это от начала до конца полноценный детский спектакль. Вот это снежная, чья-то... Сделай мини-мурнет. Сейчас сделаю. Сделаю мурнет, что и куримиренгу мне поможет потом. Ой. Привет передай всем. Вот он красивый. И, короче, только вот только вошел домой. Ты мне снился. Красавчик ты мне. Мой ты мой любимый. В какой программе монтировал куколку? Sony Vegas. Ты не, тебе, так не мешай смотреть, Кахана, мы убиваем детей. Я это не смотрю. Такой, черти шо, придумают там, что через 20 лет он будет выглядеть так, через 30 так. Брехня собачья. Кто там знает, как оно будет выглядеть. Ой, не хочу слушать. Это, и значит, а завтра, представьте, 2 прогона с утра. А вечером уже сдача спектакля. Сдача спектакля, а потом, значит, не брехня, ты спишь, ага. И, значит, и 24-го «Снежная королева» я буду участвовать, 25-го премьера «Карлик нос» я буду участвовать. Так что приходите в театр, если кто, у кого есть силы и возможность. Сколько ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю, все мои. Шапику я мурнет не делал. Народный рефлекс. Карлик нос, это ты, Марсель, да, это я. Кай, кай, снежной королеве. Будут гастроли в России? Ну, я думаю, вряд ли. Ну, у нас даже нет в Харьков гастроли. Какая там Россия? Россия. Так, что такие дела? Что такое? Что ты кончаешься? Что ты кончаешься? Дитя по руках бегает. Куколка была отменная. Спасибо большое. Сколько я вешу? Я не знаю, сколько я вешу, сейчас на весы ставлю, но не скажу. И приезжаю в Москву, обязательно, наверное, в том году приеду, в следующем. Я прям маску одеваю, там маска, карлик нос с таким носом здоровым. Я вот ставлю видео с перископа, вот то, что в театре снимал, кто видел, и вот это, наверное, загружу. И сейчас загружу на YouTube, смонтирую. Ты секси, який там, ой, что вы пишете, який секси. Как тот дракон? Дракон валяется, на балкон я его вынес, потому что он уже такой здоровый стал, набрался воды, и я думаю, что, ну... Ну, хватит его держать, потому что он там это самое. Там, где голый Игорь, ну, он не голый, он до торса, что такого голого. 1,72 м у меня рост. На балконе, уже не могу идти туда. Короче, я забыл, что хотел сказать. Ты так редко меняешь трусы. Что редко? Я пошел в театр, и что, я в других трусах должен с театра уже вернуться. К Санта-Клаусах пошел в театр, и... И пришел, уже покупался, сделал трансляцию, одел трусы Санта-Клауса и пошел. Просто редко. Короче, все, тут начинается. Сделай мурнет на камеру. Да только показывал Томаса, посмотрите раньше. Смотришь «Орел и Решка», когда-то смотрю, как отработал. Отработал, устал вообще, очень ужасно. Трусы слоника нема у меня. Ты воняешь. Наверное, после... А, я маску одеваю, и прямо оно течет под прям градом. Я вот так вот беру, и у меня прямо так вот вода льется с руки под маской. Оно потеет, и прямо вот все мокрое. Я думаю, что у меня и морда похудеет с таким вот спектаклем «Карлик нос». Еще, знаете, сходишь там вот так на полусогнутых, с горбом. Ой, как это тяжело. 5 картин так лазишь. Все, всем пока, всех люблю, целую, отдыхать, буду отдыхать, все, пока. Ой, вы чокнуть. Все, пока-пока. Чао. Там почаще видео в YouTube. Ну куда, ну как я могу, я не могу разорваться. Ну что я могу делать? Вот сейчас прихожу, я хочу делать шубу, красивый рецепт рыбы в шубе, как я делаю. Когда я буду его делать? Сейчас в 2 часа ночи начинать шубу делать. Ой, сними порнуху, ага, осталось только. Ну, у меня такая порнуха получится, знаете, как бред сумасшедший. Так что, я вам скажу, что к издыха 82 года опытней.
смотрелась бы лучше в этой порнухе, чем я. Все, всем пока. Спокойной ночи. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Еду в люксе. Хочу вам показать, что такое люкс. Еду с бабушкой. Бабушка тут такая устроила, ну капец. Хрюкала всю ночь, спала, а потом сказала, что я не спала всю ночь. И стояла в коридоре, она с кем-то поменялась местами. Скандал. Вот брехуха, говорит, начал телефон набирать. Я зашел, даже никому не звонил, ничего, зашел. Проводница записала с телефона номер, и все. Привет. Вот брехуха. Вот есть такие люди, знаете, жалуются, чтобы детям, чтобы вот я плохо ехала, плохо спала, люк сидит. Сейчас я скандал устрою. Ой, с рельсы сидит. Короче, обычная купе. Только без верхних мест. С телевизором и зеркалами. А в два раза дороже. Даже в три. 600 гривен.